подруга. Все прошло просто замечательно. Мы помирились. Правда, если бы не попались на глаза брату, все было бы лучше. Завтра подробно расскажу. Целую. Сумасшедшая. Слона бы съела. Но это того стоило. Был такой прекрасный вечер. Надо немедленно отсюда уходить. Вот так удача. Может пригодиться. Я забыла телефон. О-о, что он тут делает? Я уверена, что оставляла его на столе. Ну ладно. Фух, еще бы чуть-чуть, я бы попался. Чуть не влип. Но нет, она не может быть воровкой. Кишка тонка. Если бы она была как-то связана с Шукран, мы бы уже давно с ней познакомились. Тут точно замешана новая повариха. Может, она ее дочь или новая служанка? Да, словно шутка какая-то. Мама проснулась. Доченька моя, доброе утро. Доброе утро, мамочка. Поспи еще немного, еще очень рано. Не могу, мне нужно вставать. Мы с Ганжой сегодня продолжаем искать работу. Тебе не нужно так себя утруждать. Смотри, у нас и крыша над головой ведь есть. Нет, мама, ты же знаешь, мне надо работать. Если я буду сидеть дома, я просто сойду с ума.
Знаю, дочка. Надеюсь, в ближайшее время ты найдешь подходящую работу. Дай бог. Я пойду на кухню готовить завтрак. Ты тоже вставай. Пойдем позавтракаем. Хорошо. Сделать тебе омлет с сыром. Сделай. Давай, вставай и приходи. Хорошо, мамочка, уже иду. Доброе утро, Шукран. Доброе утро, Эмель. Что сегодня готовим на завтрак? Ничего конкретного они не хотели. Хорошо, тогда я сделаю омлет для Аслы, а потом продолжу готовить завтрак, хорошо? Хорошо. А что с обедом господина Нихата? Я приготовила его вчера, он в холодильнике. Потом положим в контейнер. Хорошо. А я тогда пока накрою на стол. Элиф пришла? Элиф позвонила, предупредила, что опоздает. У нее приболел ребенок. Ну и ну. Изухаль сегодня взяла выходной. Нашли время. Аслы поможет тебе, не так ли, дочка? Доброе утро, тетя Шукран. Доброе утро. Я помогу. Что сделать? Аслы, возьми, пожалуйста, эти тарелки и накрой на стол в саду. Хорошо. Доченька, возьми вот эту скатерть, накрой красивый стол. Хорошо? Хорошо, мамочка. Красавица моя. Эй. Как хорошо, когда есть дочери, не так ли, Эмель? Это точно, Шукран. Опять чуть не попался. Ну, подожди, я тебя с ума сведу, увидишь. Произошло. Ага. И хлеба нет, но я уверена, что я клала его в корзинку. Что происходит? Вчера телефон, сегодня это. В этом доме есть какая-то нечистая сила. Надеюсь, это не привидение? Я уже начинаю бояться. Я побежала отсюда. Кажется, она испугалась. Тетя Шукран, я могу взять хлеб? Ты же отнесла его. Отнесла, да. Конечно. Но его нет в корзинке. Ну и дела. Я тоже не поняла, что произошло. Я и стол красиво накрыла, но все было разбросано. Тетя Шукран, в доме кто-то есть? Аслы, ну, конечно же, есть. Посмотри, сколько людей в этом доме. Я говорю не про это. Я имею в виду привидение. Нет, дочка, разве такое возможно? Еще чего, Аслы? Не знаю, я не понимаю, что тут творится. Наверное, эта собака безобразничает. Ну вот, видишь, дочка, наверняка собака съела твой хлеб. Ну, конечно. Тогда я пойду посмотрю еще раз. Вот так? И ветчина пропала. Тетя Шукран была права. Это точно собака. И к тому же очень невоспитанная собака. Но я тебя найду. Где же ты, а? Асла? Я сама продолжу накрывать на стол, спасибо. Твоя мама тебя зовет, твой омлет уже готов. Хорошо. Сестра Элиф, будьте осторожны. Кажется, они выпустили свою собаку. Она съела всю еду на столе. Странно. Мне казалось, я только что видела ее в будке. Ладно, не переживай. Легкой работы.
Доброе утро, господин Бурак. Доброе утро. У вас есть какие-то пожелания по поводу завтрака? Нет, только я буду завтракать у себя в комнате. Накройте там стол, пожалуйста. Хорошо, господин Бурак. А я хочу кое-что спросить. Конечно, слушаю вас. У нас в доме работает кто-то новенький из персонала? Вы говорите про госпожу Эмель? Нет, помимо нее. Нет. Мне показалось, я видел молодую девушку. Она наш гость? А, вы, наверное, говорите про Асла. Это дочка госпожи Эмель. Они остаются в гостевом домике. А, сейчас я понял. Ладно, я пойду в свою комнату. Конечно, господин Бурак. Я сейчас же принесу завтрак. Вот так случай. Я живу со Слы в одном доме. Это какая-то шутка. Доброе утро, любимая. Доброе утро. Где ты, милая? Что делаешь? Мы с Чеглой едем в аэропорт. С Чеглой? Я хотел тебя встретить лично, но ты не разрешишь, если ты с Чеглой. Позволь, хотя бы отправлю машину. Нет, не нужно. Я позвоню тебе, как приеду. Хорошо, любимая. Счастливого пути тебе. Спасибо, дорогой. Целую. Доброе утро, дети. Доброе утро, папочка. Сегодня ты такой привлекательный. Правда, ты всегда такой. Ты у меня тоже очень красивая принцесса. Что случилось? Почему рано встала? Сегодня с Джансу мы едем за покупками. Хочу купить ко дню рождения что-нибудь. Хорошо, от меня что-нибудь нужно? Нет, папочка. Я только хотела спросить. Может, мы отметим день рождения у барыша в кафе? То есть я хотела сказать, у брата барыша. Звучит здорово. Хочешь, чтобы я поговорил с ним? Нет, не нужно. Все равно мы с Джансу сегодня заглянем туда. Хорошо. Кажется, у Бурака сегодня нет намерений встать пораньше. Ну, пусть ребенок немного отдохнет. Ха, Сельда, ты такая смешная. Бурак уже столько лет, а ты все еще зовешь его мальчиком. Пусть хоть разочек займется чем-нибудь полезным. Возьмет на себя немного ответственности. Где же эти дни? Нет, ну... Ну ладно, пусть отдохнет пару дней. Потом у меня на него есть планы. Например, какие планы? Ну уж нет. Я тебе сейчас расскажу, а ты потом весь день будешь клевать мне мозги и заставишь отказаться от своих планов. Я воздержусь. Ну, я не заставила тебя отказаться от решения по поводу Америки. Разве это плохо? Хоть немного поработал в отеле. Правда, только Аллах знает, сколько он там работал. По-моему, он просто путался у вулкана под ногами. Ты уже решила, что хочешь получить на день рождения? Вообще-то ничего особенного я не хочу. Эда? Ты что, заболела? Что значит, ты ничего не хочешь? Ну, братик. Правда, сейчас мне тоже кажется это странным. Я что-нибудь придумаю. Да, дочка, подумай. У тебя обязательно найдется то, что ты захочешь. Хорошо, папочка. Но если ты мне уже что-нибудь приготовил, то подари это. Подари все, что ты захочешь. Ни о чем не беспокойся. Вот это моя сестра. А что ты хочешь от меня? От тебя мне достаточно того, что ты простил мне выходку со Слы. А Слы кто это? Что это значит? Да так, ничего. Ты вечно твердишь Бураку одно и то же. Это обижает его. Психологи утверждают, что нельзя ребенка ни с кем сравнивать или давить на него. Это может сказаться на его самооценке. Сельда, ты очень смешная. Я Бураку чего только уже не наговорил. Ты хоть раз заметила, что его что-то задело? Может быть, если его хоть раз что-то заденет, он возьмет себя в руки как мужчина, не так ли? У Волкана же нет никаких недостатков. Хотя Волкан по сравнению с Бураком, ну, в общем, я думаю, что ненормально быть настолько идеальным. Например, меня такие люди пугают. Ладно, вам приятного аппетита, а я пошел. Подожди, я иду с тобой. Хорошо, увидимся. Аслы, это та девушка, про которую ты говорила? Да. Мне нужно позвонить Аслы. Но что я ей скажу? Она наверняка очень зла на меня. Я опозорилась перед ней. Я лучше напишу ей сообщение. Оф, брат, во что ты меня втянул? Мне нужно написать ей что-то приятное. Мне очень жаль. Прости за вчерашнее. Нет. Так не пойдет. Мне нужно что-то более эмоциональное.
Что придумать? Я совсем не умею извиняться. Мамочка, все было так вкусно. Приятного аппетита, доченька. Пусть Аллах принесет тебе удачи. Дай Бог. Сестра Эмиль, завтрак для господина Бурака готов? Готов, милая. Да, госпожа Сельда. Конечно, я сейчас же скажу, чтобы вам его принесли. Я забыла свою сумку. Подожди, доченька. Элиф, ты сейчас срочно отнеси это госпоже Сельде, а Аслы отнесет завтрак для господина Бурака. Хорошо. Держи, доченька. Такими темпами я точно сведу ее с ума. Она и так уже обезумела. Я принесла завтрак. Там кто-нибудь есть? Входи. Оставь на столе. Хорошо. На этот раз тоже пронесло. Она же не поняла, что это я, наверное. Какие эти богачи странные. Как он не задохнулся под одеялом? На улице же такая жара. Дорогая, вчера вечером у тебя чего только не произошло. Я так рада, что вы помирились, но, конечно, жаль, что брат вас увидел. И не говори. Рассказывай, как это произошло. Это долгая история. Я должна рассказать тебе ее лично. Лучше ты расскажи, как прошла ваша встреча с Эдой. На самом деле... Новость бомба. Как это? Моя история немного длиннее, чем твоя. Тогда нам нужно срочно встретиться. Когда ты выйдешь из дома? Я уже вышла. Где мы встретимся? Хорошо. Иду туда. Да что же это такое? Я сижу в своей комнате, словно в тюрьме. Интересно, она еще дома? Кажется, все ушли. Господин Бурак, простите, я вас напугала? Вы меня искали? Нет, я искал, чтобы перекусить. Но я отправила завтрак вам в комнату. Да, я уже все съел, здоровье вашим рукам. Но я снова проголодался. Что вам приготовить? Омлет с сыром, можно? А, я готовила такой для своей дочери Аслы. Она тоже очень любит. Правда? У вас есть дочь? Вы разве еще не познакомились с Аслы? Нет, не познакомился. А где она, здесь? Нет, она недавно ушла. А когда вернется? Ну, в смысле, я бы познакомился с ней, когда она вернется. Ладно, я пойду в сад, омлет принесите туда, пожалуйста. Хорошо, немедленно отправлю. Мама, доброе утро. Доброе утро, сынок. Сынок, ты почему не приходишь на совместные завтраки? Неужели ты не знаешь, что для твоего отца это очень важно? Очень важно. Мама, ну хватит, я же здесь. Что он опять хотел? Он просто хочет, чтобы ты работал, и все. Немного интересуйся делами. Этого достаточно. Когда весь бизнес перейдет к тебе, у тебя будет много трудностей. Возьми пример с Волкана. Он постоянно с отцом, помогает ему во всем. А твоему отцу завидно. Поставь себя на его место. Хорошо, мама, но не начинай с самого утра. Я загляну сегодня в офис, обещаю. Ты что, не завтракал сегодня? Да я что-то снова проголодался.
это? Госпожа Сельда это отправила для вас госпожа Эмиль. Ай, эта женщина просто душка. Откуда она узнала, что я уже проголодалась? Передай ей большое спасибо, хорошо? Приятного аппетита. Спасибо. Дорогой мой, я сегодня хочу заехать на фирму к отцу. Давай ты собирайся и тоже поедешь со мной. То есть я по-любому сегодня поеду в офис, понятно. Дорогой, я возьму тебе одну оливку. Да, конечно. В ней же немного калорий. Сколько раз я писала это сообщение, но в этот раз, кажется, все получилось. Сначала извиняюсь за все произошедшее вчера. Мой поступок может показаться тебе детским, но я очень хотела помирить тебя со своим братом. Я знаю, что все испортила. Я надеюсь, ты на меня здесь сердишься. Мы все еще друзья? Я верю, что ты ничего не хотела плохого. Конечно, мы друзья. Я и просто так полюбила эту девочку. Она меня понимает. Значит, я спокойно могу позвонить тебе тогда, когда захочу встретиться? Только больше никаких сюрпризов. Конечно, мы можем увидеться. Она права. Но это не значит, что я не могу придумать план, как помирить ее с братом. Больше такого не повторится, обещаю. Надеюсь, Эда. Я же не заставила тебя долго ждать. Нет, я тоже недавно пришла. Давай, рассказывай. Ты первая. Нет, ты первая рассказывай, потому что все новостные бомбы у тебя. Хорошо. Папа? Слушаю тебя, сын. Есть одна тема, о которой я хочу с тобой поговорить. Ты не против? Конечно. Что за тема? У меня есть двое друзей, которым сейчас очень нужна работа. А, это то, о чем мы не смогли поговорить вчера. Хорошо. Какую работу они ищут? Какой у них опыт? Скажу так. Они очень умные и успешные девушки. Девушки. Папа, я не об этом говорю. Все не так, как ты думаешь. Это просто две девушки, которым очень нужна работа. И мой долг помочь им в этом. Понял. Чем они занимались? Расскажи поподробнее. Они работали официантками. Может быть, для них есть работа в одном из отелей в Стамбуле? А, не в отеле, конечно, но я думаю, мы можем устроить их в кафе нашего спортклуба. Мне кажется, это больше им подходит. Это было бы здорово. Хорошо. Тогда ты позвони управляющему, исходя из этого, им наверняка подберут вакансии. Хорошо, папа. Спасибо. Увидимся. Вулкан. Послушай, я бы тоже хотел с тобой поговорить. Что такое? Может быть, поговорим об этом за обедом? Мы давно не обедали, как отец с сыном. Как думаешь? Конечно. Тогда сделаем так. Поедем в клуб, там пообедаем, а заодно поговорим с управляющим по поводу работы для твоих друзей. Очень хорошая идея. Поехали тогда. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...